Как собрать вместе на одной площадке выдающихся мыслителей, ученых, политиков, предпринимателей, художников, музыкантов и инженеров? Об этом давно знают организаторы интеллектуальной конференции под названием TED. Слоган конференции – идеи, достойные распространения. Основные задачи – поделиться, услышать мнение, обсудить. В нашем городе TEDx проходит второй раз. Тема этой встречи – трансформация. TED вообще зародился в Америке в 1984 году. То есть, получается, уже 33 года он очень, так сказать, процветает, да, и по всему миру проходит. Но по всему миру проходит не TED, а TEDx. X указывает на то, что это мероприятие, проводимое locally, то есть ну, в другой стране, независимо от TED, но по лицензии TED. На самом деле, когда я, вот, да, допустим, посещаю TEDx в других странах, результат всегда он похож слегка. Люди уходят, ну, они, во-первых, уходят говорящие, потому что они обсуждают то, что они услышали. Иногда это скептицизм, иногда нравится, иногда не нравится, но всегда есть диалог и всегда есть дискуссия. Совершенно новый формат для нашего города. Естественно, в нем очень интересно участвовать, заводить новые знакомства, знакомиться с живыми, горящими, интересными людьми. Приходим слушать сюда темы, отвлеченные по поводу науки, без политики. Наука – открытие, и можем открыть себе какие-то новые способности, прокачать себя в плане умственного. Во-вторых, это знакомство. Именно здесь собираются те люди, которые мне все равно, которые стремятся к саморазвитию. Выступление участников называется TED Talk. Длится не больше 18 минут. Наши спикеры рассказали о людях-сканерах, лишнем весе, личностной трансформации и ошибках мышления. Тема моя звучит так – «Жить здесь и сейчас». Я расскажу про себя, про свои всякие жизненные курьезы. Я чемпионка Европы по триатлону, этапа Кубка Европы. И начну с этого, а потом расскажу про то, как я боролась с лейкозом. Я прочитала книгу Барбары Шер «Отказываюсь выбирать», которая как раз-таки разделила людей на дайверов и сканеров. И признала в себе сканеры и нашла ответы на большинство своих вопросов, да, почему в моей жизни все происходит именно так. И в тот момент, это тоже сканерская, кстати, черта, мне зажглось очень сильное желание поделиться с людьми вот этой идеей, да, рассказать им с той целью, чтобы облегчить их страдания тоже. То есть, чтобы они поняли, кто они, зачем они на этом свете. Тема трансформации была раскрыта не только мастерами слова, спикерами, но и художниками, авторами одноименной выставки. Тема трансформации, она касается искусства вообще и живописи в частности, потому что с двух сторон трансформация очевидная. Трансформация зрительского восприятия. Человек в любом случае преобразуется, что-то в душе его происходит, что-то происходит в его сознании, что-то меняется. Некая трансформация происходит в любом случае. Это и цель искусства, собственно говоря, преображать мир, преображать сознание, преображать чувства и так далее. Среди знаменитых спикеров, выступавших на TED в разные годы, бывший президент США Билл Клинтон, физик-теоретик Стивен Хокинг, создатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Википедии Джимми Уэллс. Станет ли популярным подобный формат, покажет время. Что же касается встречи под названием «Трансформация», она прошла с большим успехом.